Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин. И я, Борис Марцелкевич, всем добрый день. Победа Трампа. Что будет с Россией, Украиной и Китаем? В прошлую каденцию Трамп активно сопротивлялся строительству Северного потока 2, притом успешно. Каковы шансы его интереса к прекращению поставок газа через территорию Украины и общий интерес к энергетическим рынкам планеты? Ну, давайте разбираться, что к чему. С порога отметаем версию о том, что операция Украины была затеяна для того, чтобы Америка поставляла свой СПГ в Европу. В действительности не соответствует. Нет государственных акций ни в одном предприятии, владеющем заводами по сжижению СПГ на территории Соединенных Штатов. Нет возможности направлять куда бы то ни было потоки, решая тот самый эффективный частный бизнес. Работает по-прежнему толлинговая схема. Компания, владеющая СПГ-заводами, так и не рассчитались с банками. А там, если помните, есть, собственно говоря, всего два варианта. Долгосрочные контракты, желающие покупать СПГ, подписывают с компанией-владельцем. Там содержатся условия «сжижай или плати». То есть, грубо говоря, вы арендуете оборудование для сжижения. И либо им пользуетесь, тогда доплачиваете, либо не пользуетесь. Для того, чтобы стать покупателем, необходимо выйти на национальную биржу Henry Hub, приобрести необходимый объем газа в обычном состоянии, оплатить его транспортировку на завод по сжижению, оплатить то, что не доплатили в качестве аванса, для того, чтобы сжижение было закончено, и либо подогнать арендованный, зафрахтованный вами танкер-газовоз сразу, либо, соответственно, подписать договор о хранении в криогенных емкостях того СПГ, который вы куда-то собираетесь ввести. При этом все контракты подписываются на условиях Freedom on the Board, то есть на момент погрузки СПГ в танки, собственность переходит к компании, которая за все это заплатила. Что она с ним делает дальше? Везет в Европу, в Африку, в Новую Зеландию. Соединенные Штаты уже никого не волнуют. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Если посмотреть на список тех компаний, которые покупают СПГ на территории Соединенных Штатов, на первом месте компания Total Energy, она все еще французская, на втором голландская Shell и так далее. Там присутствует и BP, и итальянская Eni, и кто угодно еще. И где-то, по-моему, десятую строчку занимает компания Chinery Energy, та, которая построила первый экспортный СПГ-завод Sabine Pass. У нее порядка 5% времени она может работать сама на себя. И это, в принципе, для банков, которые кредитовали, оптимальный вариант. Нет высокой степени риска. Компания учится работать самостоятельно, без международных трейдеров. Компания показывает себя на международном рынке, и не исключено, что будет потом иметь какие-то коммерческие успехи. Если говорить, для чего это было, операция Украины проплачена Госдепом, незаведная Виктория Нуланд объяснила, сколько это стоит и что нужно, и что именно нужно делать с Евросоюзом, все почему-то думали, что это по отношению исключительно к России. Россия не имеет возможности продавать свои первичные энергетические ресурсы странам Евросоюза. Но надо слушать выдающегося политического деятеля Викторию Нуланд. ЕУ фигурировала в ее фразе. И с ее точки зрения, это Европа сейчас лишена возможности покупать первичные энергетические ресурсы в России. Что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Что касается Трампа, ему теперь волноваться за северные потоки никакой необходимости нет, поскольку нет северных потоков. И да, конечно, одна из ниток Северного потока 2 цела, ее можно запустить, все это замечательно, но позволю себе напомнить, что Северный поток 2 так и не был сертифицирован многоуважаемым правительством Германии. Ему так не разрешена была деятельность. Попробуйте вспомнить, там и суды были, и встречные иски, и все что угодно еще. Так что даже если Олаф Шольц позволит себе уйти с поста канцлера, во что я не хочу верить, я очень надеюсь, что он продолжит работу на этом ответственном посту, начинать нужно будет решать не технические и не финансовые проблемы, а прежде всего юридические. Можно ли сертифицировать вот эту нитку Северного потока 2, если она будет в таком состоянии? Еще один дополнительный тормоз на
пути Европы к российскому газу. Это магистральный газопровод Ямал-Европа. Но здесь новая любимая жена Соединенных Штатов, Польша. Здесь все в порядке. Напомню, что этот польский участок Ямал-Европа находится под нашими встречными санкциями, потому что этот участок управлялся совместным предприятием «Газпрома» и польской компании ПГНГ. Не платились дивиденды, шли судебные иски, соответственно, все это было остановлено. Понятно, что здесь вообще все в полном порядке, все сертифицировано, никто ничего не взрывал, все может работать, но для этого необходимо, ну, вероятнее всего, вмешательство Еврокомиссии с тем, чтобы выяснить все противоречия, которые возникли между польской и российской компаниями. Этого не происходит, по понятным причинам команда такой не поступала, соответственно, поступать и не будет. В том виде, как сейчас находится европейский газовый рынок, объем поставок России, да, мы очень любим высчитывать с точностью до кубометра, но если большими мазками, порядка 10% от того объема, который сейчас Евросоюзу нужен. Волноваться по поводу вот этих 10% Трамп точно не будет. То есть, если сохраняется статус-кво, не работает Ямал-Европа, нет никаких движений по северным потокам, ни технических, ни юридических, ни финансовых, значит, он может быть доволен. Завет великой Виктории Нуланд, что нужно сделать с его, выполнен. Все в полном порядке. В том состоянии, в котором находится Европа сейчас, это, в принципе, ну, готовая колония. Идет процесс потихонечку деиндустриализации, понятно, что он быстрым не будет, но, разумеется, все предприятия перемещаются либо к рынкам сбыта, либо в те локации, где можно работать на приемлемых условиях, когда у вас стоимость электроэнергии в течение суток не меняется в 10 раз, что нам только что продемонстрировала Германия. Вариантов два. Если мы смотрим на американский рынок, то внутренняя цена на Henry Hub, на природный газ, приблизительно такая же, как в России. От 70 до 100 долларов за 1000 кубометров, иногда даже меньше, вот как этим летом было. Стоимость электроэнергии совершенно другая. Если сравнивать рынок Европы и рынок США, там и там население порядка 400 миллионов человек. То есть приблизительно все то же самое, но ниже транспортные расходы, ниже затраты на электроэнергию, на газ, если он используется в качестве химического сырья. Так что эта часть работы Соединенными Штатами выполнена безукоризненно. И если кто-то думал, что вся риторика антироссийская – это чистая правда, стоит вспомнить еще одну древнюю мудрость. До сих пор не ясно, что опаснее – дружить с англосаксами или воевать с ними. Европа думала, что она дружит, ну вот результат. Что касается всего прочего, уже прозвучали мысли о том, что Трамп снова будет инициировать выход из Парижского соглашения по климату. И велика вероятность того, что он это сделает. И, на мой взгляд, это совершенно разумное решение. Был бы только рад, если бы вслед за Соединенными Штатами такой же шаг сделала бы и Россия. Напомню, если говорить о геологии, то сходство России и территории Соединенных Штатов, ну, действительно удивляет. И у них, и у нас в огромном количестве природный газ, нефть, уголь, все в полном порядке. И Соединенным Штатам, и нам пытаются навязать так называемую климатическую повестку. Парижское соглашение – это продолжение того, что было зафиксировано в Киотском протоколе, относительно которого вердикт Российской Академии Наук, данный ею в 2004 году, никто не отменял. Киотский протокол не имеет под собой научного обоснования. Так что здесь я ничего плохого не вижу. Тот лозунг, который время от времени повторяет Трамп и многие комментаторы, «бури, детка, бури», это, конечно, тоже было бы, может быть, опасно, но только в том случае, если бы у государств Соединенные Штаты были собственные государственные нефтедобывающие компании или акции в крупных компаниях, которые занимаются добычей нефти. Будут они бурить или не будут бурить, на самом деле зависит исключительно от экономических показателей. Если это выгодно, если добыча и экспорт нефти или нефтепродуктов приносит приличные деньги, бурение будет продолжаться, но
поверить в то, что американские компании вложат дополнительные инвестиции в то, чтобы нарастить объемы добычи для того, чтобы снизить цены того, что они добывают, но это вряд ли. Тем более, что, собственно говоря, то, что было выплачено в адрес избирательного штаба мистера Трампа во время предвыборной кампании, ну, надо когда-то отрабатывать. Отрабатывать, ну, тут как всегда. Либо мы продаем небольшой объем газа, но по высокой цене, либо мы продаем, ну, и нефти, соответственно, либо мы продаем большой объем, но по низкой цене. Если посмотреть на статистику того, что сейчас происходит, допустим, по буровым вышкам, то есть по количеству бурения новых скважин, то мы видим, что, собственно говоря, не увеличилось количество нефтяных скважин, и вот это наращивание объема добычи нефти, которое мы видим, это ранее сделанные и находившиеся в консервации скважины. Есть какой-то объем, и у меня такое впечатление, что американские компании наращивать его не будут. Их вполне устраивает цена, тем более, что отношение банков за время работы мистера Байдена президентом известно. Зеленую повестку он стал внедрять, поэтому кредиты получить непросто. ФРС немножечко повысила ставку, тоже неудобно. То есть идти на кредитование для того, чтобы опустить цену на свой товар, ну, было бы очень странно видеть такое решение. Если говорить о прочих планах Трампа, то вероятнее всего будет продолжено строительство газовых электростанций. Угольная промышленность, похоже, в Соединенных Штатах находится в том состоянии, когда уже проще пристрелить, чем пытаться реанимировать. Падают объемы добычи, закрываются угольные электростанции, в том числе с одновременным строительством станций замены газовых. Газовых электростанций станет больше, дополнительный спрос формируют центры ЦОДы, так называемые, дополнительный спрос требует все, что связано с искусственным интеллектом. По оценке американских экспертов, процентов на 5 может вырасти объем потребления электроэнергии только за счет развития технологии искусственного интеллекта. Так что расти им есть куда. Если говорить о том, будет ли продолжаться строительство возобновляемой энергетики, ну, сказать сложно. Это строительство, да, нам достаточно часто повторяют, что себестоимость производства на солнечных ветряных электростанциях уже ниже, чем на традиционных, но забывают добавить, сколько стоит балансировка вот такой прерывистой альтернативной генерации. В Европе мы наблюдаем два погодных феномена. Сейчас только что состоялся черный штиль, так это называется, зима. Уровень инсоляции падает по естественным причинам. Падает температура, снижается скорость ветра. Колебания в объеме выработки, ну, наиболее радикально это выглядело в Германии. 5-6 ноября 32% в общем энергобалансе, 5 числа 6 2%. Изменения в разы. Для того, чтобы каким-то образом компенсировать выпадение такой мощности, Германия вынуждена была нарастить объемы импорта и в очередной раз вывести на полную мощность не только газовые, но и угольные электростанции. Поскольку площадь, занимаемая Соединенными Штатами, побольше, чем Европа, соответственно, и проблемы там будут тоже побольше. Единственный разумный способ балансировки, если не строить гидроаккумулирующие электростанции, либо химические накопители, что очень дорого, это наращивание распределительных электросетей, строительство новых линий электропередач, подстанции и так далее. Чем больше территория, тем больше придется в это инвестировать. Так что мне кажется, что если Трамп пойдет просто на то, чтобы уравнять в правах, убрать преференционный режим для солнечных ветряных электростанций, то объем строительства станет ниже по естественным причинам. Работать в таких же условиях, на тех же основаниях, что и традиционная тепловая генерация, просто не получится. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываем вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на просторах всех соцсетей без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не считайте перед обедом американские и европейские газеты. Всем всего доброго.